вкратце расскажу, почему мы сюда приехали. Поступила заявка на то, что очень плохо работает окно. Ну, сейчас мы зайдем и попытаемся понять, в чем дело. Ну, то есть хозяйка, в принципе, говорила, что склоняется к замене фурнитуры. Вот. Ну, сейчас попробуем разобраться, что там произошло. Болты выкручиваются, и она начинает болтаться. Следующее, что мы видим. Видим, что фурнитура, в принципе, тоже требует минимальной обтяжки. Вот. Потом, следующее, что мы наблюдаем, это затирание в нижней части створки. Как бы это есть незначительный недостаток, мы его сможем устранить, будем надеяться, что сможем, обычный регулировкой. И следующее, что... кстати, вот, это, как обычно, подарок от недобросовестных штукатуров, это если вы сейчас слышите, хруст фурнитуры. Это характерный звук, когда у нас во время того, как делают откосы, попадает штукатурка в фурнитуру, и со временем она превращается в пыль и увеличивает как бы износ фурнитуры. Ну и, соответственно, работает она не очень хорошо. Ну, в принципе, здесь не так все плохо, как описывала хозяйка. Проседание створки мы сможем убрать обычной регулировкой. Потом фурнитуру необходимо будет почистить, пропылесосить, ну и смазать. Потом вижу, что в принципе уплотнитель уже необходимо его смазать, привести в состояние, когда прижим будет более плотный. Вот. А так в принципе ничего страшного здесь не наблюдается. Ну, кроме того, что, как мы видим, здесь установлены тканевые ролеты, и верхняя часть упирается в откос. То есть, я так понимаю, хозяйка уже не один раз это дело восстанавливала, но как бы оно не помогает, потому что короб все равно непроизвольно, человек открывает створку, и короб бьется об откос. Вот. Будем рекомендовать установить ограничитель поворота. В принципе, это несложный механизм. Вот, и после его установки как бы мы эту проблему уберем. Вот. Ну, пока все. Будем готовиться к работе. Итак, пообщавшись с хозяйкой, мы определили, что нам необходимо выполнить такой перечень работ. Для начала мы выполним комплексное обслуживание створки. Так называемый комплекс номер установим дополнительно ограничитель поворота. Кроме этого, здесь есть маленькие дети в квартире, поэтому есть у нас необходимость установить оконную няню. Мы меняем накладки на петли. Необходимо поменять ручку.
ну подойди сюда, смотри. Вот, это у нас последствия работы штукатуров. Вот, данный щебень, ну, куски откосов попадают в фурнитуру, в результате чего, во-первых, увеличивается ее износ, и во-вторых, она очень жестко работает. Ну, в результате того, что у нас там есть, мы слышим данные скрипы. Вот. Потом, ну, если заглянешь сюда, мы увидим, что в принципе от смазки тут только уже воспоминание осталось. Ну, необходима смазка, необходима чистка. В общем, необходим комплекс работ, который мы будем сейчас выполнять.
дне мы выполнили следующие работы. Комплексное обслуживание номер один. Установили компенсатор провисания, установили оконную няню, поменяли ручку, установили ограничитель поворота и поменяли декоративные колпачки. Остается заполнить гарантийный талон со сроком гарантии на полгода и можно прощаться. Thank you.